кадровый голос убирается. Дорогие друзья, наконец-то заканчивается 2022 год. Я рад вас видеть без маски. Хочу поблагодарить гостеприимную семью за ваших гостей и накрытый стол. Предлагаю наполнить бокалы и ступки. Многие из вас еще не раз с улыбкой вспомнят, как сидели дома, как гуляли с собакой во дворе, как повезло тем, у кого была собака. И ей повезло. Если вы налили сейчас, то давайте выпьем за добрых соседей, которые помогают. И пусть им всем в новогоднюю ночь Бог подарит здоровье и немного чуда. А оно, как говорят, иногда случается. Но все же я желаю вам, чтобы купленная гречка не испортилась напрасно. А для того, чтобы она не испортилась, подарите ее тем, кто в ней нуждается. Мы сможем изменить жизнь вокруг себя и сами станем намного лучше. Я желаю собравшимся за праздничным столом счастья и заботы к своим близким, своим детям и родителям, друзьям, коллегам, ко всем, кто нуждается в вашей помощи. С наступающим, с долгожданным 2023 новым годом!